Непревзойденный Джеки Чан радовал аудиторию не один десяток лет своими интересными комбинациями красивых трюков, акробатики и юмора. Более того, он никогда не прибегал к помощи каскадеров и все трюки выполнял сам лично, порой даже смотря в глаза смерти. Здесь собраны некоторые неудачные дубли, которые чуть не отняли у этого мира великого Джеки Чана. Пьяный мастер. «Змея в тени орла» был одним из первых фильмов с Чаном в главной роли, где он показал во всей красе свою харизму и уровень Брюса Ли. Фильм также презентовал восходящую звезду Янг Ли Хванга, чьи мощные удары ногами стали легендой. Сочетание Янг Ли и Чана на экране было столь подходящим, что Янг Ли взяли на роль злодея в следующем фильме «Пьяный мастер». Во время съемок «Змеи в тени орла» Янг Ли случайно выбил Джеки Чану несколько зубов, но тот решил пропустить этот урок мимо ушей. Это была первая серьезная травма на площадке, когда оппонент ударил ногой по его надбровной дуге, сломав ее. Травма чуть не стоила Джеки Чану глаза. В 2014-м Янг Ли в интервью попросили назвать топ-5 бойцов кунг-фу по его мнению. Джеки Чана он воздвиг на первое место без колебаний. Проект А. Фильм снимался в 83-м, и по сюжету полиция Гонконга объединяется с береговой охраной для борьбы с пиратами. Это потрясающая комедия, разбавленная невероятными трюками. И один из самых опаснейших трюков, которые проделывал Джеки Чан, прошел финальный монтаж, и люди поняли, что он, вероятнее всего, сверхчеловек. В кадре персонаж Чана, Ма, висит на циферблате 20-метровой часовой башни, но все пошло не по плану. Сорвавшись и пролетев 6 этажей, разорвав несколько тентов, Чан приземлился прямо на голову. Он повредил позвоночник, проделывая трюк, но камеры, благо, не переставали писать. Это смотивировало его встать на ноги и продолжить роль. Полицейская история. Сама по себе серия полицейских историй была для Чана опасным занятием. Даже самая первая в 85-м. В самый разгар драки в торговом центре он прыгает с перил на шест, украшенный новогодними огнями. Стекло, конечно, было бутафорским, поэтому он хотя бы не порезался. Но вот лампочки были настоящими и раскалили шест настолько, что оставили серьезные ожоги на руках. В результате он сместил себе таз и повредил 2 позвонка. Во всяком случае, трюк смотрелся хорошо, потому что черта с два он повторил бы это. Доспехи бога. Обычный кадр, не предвещающий беды, чуть не стал для Джеки Чана последним. Во время съемок «Доспехов Бога» в 86-м в Югославии он должен был прыгнуть со стены замка на ближайшее дерево. Ничего необычного, он бы справился с этим без напрягов. Но завершился трюк его падением о камни с большой высоты, в результате чего он сломал себе череп и один из его осколков врезался в мозг. Врачам пришлось вставлять пластину. Обычного актера это вывело бы из игры надолго и заставило пересмотреть свою политику игры без каскадеров. Но катастрофа стала заглавной фишкой фильма и принесла ему невероятный успех. Так что Чан решил и дальше рисковать жизнью для развлечения миллионов фанатов. «Доспехи Бога 2. Операция Кондор». Во второй части, вышедшей спустя 5 лет, Чан играет китайского Индиану Джонсу. Он ищет секретные сокровища, а по пути сражается с культом и нацистами. Фильм наполнен интересными сценами драк и невероятными трюками, один из которых, аналогично предыдущему, чуть не стал последним. Грамотный монтаж скрывает ужасное падение, которое показано в расширенной сцене. Актер теряет хватку и летит на всей скорости на землю. Но даже несмотря на смещенную грудную клетку, он все равно показывает класс. Но если бы он упал чуть-чуть иначе, мог бы легко сместить себе шею и лишиться кровоснабжения мозга. Полицейская история 3. Суперполицейский. Очевидно, что простой актер не стал бы связываться с реальным вертолетом, но Джеки Чан не простой актер. Невероятно рискованная сцена снималась в 92-м году для третьей полицейской истории. Он должен зацепиться за веревочную лестницу и так и лететь, пока злодеи пытаются его стряхнуть. И это даже не самое опасное. Вертолет приземляется на движущийся поезд, и Чан должен всего лишь избежать столкновения. В сценах после титров показано, что он сломал себе ребро, плечо и сместил челюсть. Причем он должен был висеть на этой трубе со сломанным плечом в полуосознанном состоянии, пока команда спасателей его не снимет. А все могло закончиться гораздо хуже. «Пьяный мастер 2». Спустя целых 16 лет «Пьяный мастер» получил продолжение. В 94-м году его снимал Лю Чай Лян. Финальная драка просто легендарна, и далась она нелегко.
Джеки Чан не согласился с режиссером по поводу его видения последней сцены, и тот, сдавшись, отстранился от съемок. Чан сам продолжил режиссировать проект, неоднократно подвергая себя риску на камеру. Но что более интересно, в фильм вошел не первый, а второй дубль, потому что Чан решил, что первый вышел как-то слишком медленным и не имел должного ритма. Так чё бы второй раз на угли не прыгнуть, он же неуязвимый. Кто я? Этот фильм 98 года забрасывает героя в международную интригу. Он, работая с агентом ЦРУ, должен разрешить проблему исчезновения ученых, избегая при этом киллеров тут и там. Конечно же, не без помощи сногсшибательных трюков. Вильям Зёрф – это уникальный выдающийся небоскреб в Роттердаме, Нидерланды. На одной из его стен есть огромный стеклянный скат во все здание в 24 этажа. И в финальной сцене Чан съезжает с этого стекла сверху донизу. Он совершил этот трюк в прямом смысле, без страховки, помощников, остановок, дублей и декораций. В точности так, как это показано в фильме. За 45 секунд он преодолел весь наклон с крыши до земли и в последний момент ухватился за уступ, отделявший его от неминуемой гибели. Он 2 недели набирался смелости, чтобы решиться на этот трюк, после которого он мог потерять все. Новая полицейская история. Каждый фильм полицейской истории мог стать последним, но если бы Чан отказался от роли в перезапуске 2004 года, никто бы его не стал винить. Но, повинуясь принципам, он снова бросает себя в опасность реальных съемок. В этой ужасающей сцене он гонится за членом группировки. Тот в попытке ускользнуть стреляет в шофера 2-ярусного автобуса. Чан застревает на крыше неуправляемого автобуса, который начинает громить все на своем пути, причиняя невероятный ущерб на полной скорости. Несложно найти целую сотню моментов, когда все могло бы пойти не так и отправить Чана на тот свет, даже в прямом смысле оторвав ему голову. Но если бы в сцене не было опасности, это был бы совершенно другой фильм, без Джеки Чана в главной роли. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и посмотрите еще видео, которые, мы уверены, вам понравятся.